Всем привет! Вы на канале Марина Крылова, и сегодня я хочу сделать небольшой обзор товаров Faberlic. Все, что у меня есть, я здесь собрала. Давно являюсь консультантом Faberlic, но никого не консультирую, никому ничего не навязываю, беру исключительно для себя. То есть есть там товары, которые действительно стоит брать, а есть те, которые не стоят. Для меня это ухаживающие средства и для волос. Шампуни, маски, честно, качество не вау. Итак, начнем. Вот это вот крем для тела. Вот он такой, крем для тела. Крем-масло. Он хороший, мне он нравится. О, я снимаю сама, поэтому приходится вот так вот подносить. Консистенция такая кремообразная. Масло такое, маслообразное, если можно так сказать. В принципе, пахнет действительно очень приятно. Увлажняет хорошо кожу. Пользоваться можно, мне нравится. Дальше. Всегда беру у них дезодоранты. То есть они держат долго. Ну, 48 часов, не 40, но, честно, функцию свою выполняет хорошо. Запахи у них все очень приятные. То есть я всегда ими пользуюсь. Вот они такие самые разные у них есть. И что самое приятное, часто они идут по скидке. То есть можно взять их, в принципе, очень дешево. То есть я набираю всегда их много, у меня они всегда есть. Дальше. Гели для душа. Ну, всегда их беру. Мне очень нравятся запахи у них, очень нравится консистенция такая. В принципе, по цене они не так, чтобы очень дешево, но не могу отказать себе в этом удовольствии. Они классные, действительно классные. Дальше. Отдельная история – это средства, например, для мытья посуды. Вот это вот еще тоже очень хорошие у них, очень я рекомендую. Стоят они всегда у них тоже недорого. Часто бывают скидки и акции. Разные запахи. Такое вот поближе поднесу. И вот такое вот. Лимон, мята. Вот я сегодня его открыла. Действительно, лимон и мята пахнет. Такой вот запах классный такой. Дальше. Уже половину использовала. Вот мыло, да. Кухонное мыло. Исключительно его для кухни. Использую устраняющие запахи. Оно реально устраняет запахи. Например, вы готовите там, ну, ту же рыбу разделываете на разделочной доске. Помоете эту доску вот этим вот мылом. Все. Запах, как не бывало, приятно пахнет. Дальше. Пена для бритья тоже у них классная. Очень всегда беру, всегда пользуюсь. Мне очень нравится. Такая вот. Ну, и вот эта вот зимняя такая гигиеническая помада. Тоже такая неплохая. Увлажняет очень хорошо. Тоже взяла по скидке. На зиму самое то, что надо. Дальше. Мыло. Такое вот обыкновенное кусковое мыло. Оно не расползается. Имеет приятный запах. Очень много у них всяких таких вот мыл. С разными запахами, рисунками. Ну и отдельная история, это, конечно, туалетные воды. Вот туалетные воды у них тоже классные, мне они очень нравятся. Запахи все очень стойкие, действительно, и очень приятные. То есть они полностью соответствуют описанию, которое в каталоге вот указано. Вот и вот мой любимый запах, вот очень рекомендую. Такой действительно восточно-шоколадный. О, фигура сенсали, я его называю. Может, и неправильно произношу, но я думаю, что так. Оно такой восточно-шоколадный. И я бы сказала, что это зимний запах. То есть вот оно как бы развеивается. Яблоко Кока-Кола мне вот напоминает это. А это я взяла тоже по скидке. Еще не открывала. Вот у меня ароматы мандарин, бергамот и вот этот вот апельсиновый. В принципе, вот все, что у меня есть. Вот за это я отвечаю. Это все классно. Это мне все нравится. Рекомендую.